хочу пиццу. Рано или поздно каждый из вас поймет, о чем я рассказывал. И каждый из вас потом мне еще напишет: «Дед, я видел туннель». Я об этом уверен, потому что это у каждого человека в жизни произойдет. Все. Так, сейчас будет показ моей прически. Маслори, следи внимательно за каждым участником чата. Хули смеемся, ишачки. Ну чё, чё, ебать? Чё там, смешного, да, чё-то? Давайте я тоже чё посмеюсь, чё? Ну чё смеемся, дебилы? Дебилярки, чё смеемся, дебилки? Через месяц в школу кому-то идти, там, в универ, 1 сентября. Чё, уже не так смешно, да, дебил? Я не хочу даже сейчас общаться с человеком, который лысый. Вот если мне сейчас кто-то скажет, что он лысый, я вообще даже не обращу на него внимания. То есть я просто как ветер, блядь, мимо меня вонючий пролетит, как пердеж. То есть все, если ты лысый, ты даже не пиши. Просто не смей даже ничего, блядь, рассказывать. Над этой площадью белые лошади, белые вороны. Была ли разница годы школьные и рок-н-ролльные? Иди нахуй отсюда. Чё? Выйди нахуй отсюда, блядь. Долбай. Чё за хуйня? Вообще пиздец какой-то. Заебал. Убери лысину с экрана. Моя мать проходила мимо и увидела это на моем мониторе. Теперь она думает, что у меня началось лысение. Т.К. Я смотрю, это как что? Выпадают волосы на ранней стадии это лысения. Что? Это что за бред? Пиздец. И вот сидит уебан какой-то, блядь, занимается Извините, пожалуйста, я пернул. Занимается какой-то Я не знаю, я таких людей вообще типа даже не представляю, как они выглядят. Те люди, которые позволяют себе делать, то есть вот такую вот хуйню, какую я сейчас показываю вам. Ну вот, допустим, да, вот это что? Ну типа смысл какой? Какой смысл, какой посыл вообще? Какой вообще смысл делать вот это, тратить время на то, чтобы сделать вот это? Объясни, пожалуйста. Ну можешь пояснить хоть пояснительную мне, блядь. Ну в чем прикол? Стоит мотоблок мой, да, ведро мое и я, и поле длинное. Ну в чем прикол? Ну в чем прикол? Объясни, тут смеяться надо, плакать надо, или что здесь делать, какие эмоциональные составляющие должно нести эта хуйня? Объясни мне, вот просто скажи, чтобы я, может, я что-то недопонимаю или что? Ну понятно, я даже смотреть не хочу, типа, вообще ничего здесь. Мне кажется, то, что вы сделали, то, что, ну, вы делаете вот эти фотолупы, они, ну, у них одна цель. Оскорбить меня как великого. Просто принизить. Ваши вот эти все, так скажем, картиночки тупорылые, да, они все сделаны с одной целью, чтобы оскорбить мое эго. То есть вы хотите мое эго искривить. Я не буду это воспринимать близко к сердцу. То есть просто скажу хуйня. Не, это нормально здесь. Здесь вопросов не имею. Это да, здесь ничего плохого нет. Это правильное фото. Это все понятно. Здесь смеется с моей техники гнида. Здесь этот пи***а просто смеется. Я, ну типа, смотри, там пена сидит, потом моя вся техника полностью собрана там. Вон и Нива стоит, и БНВ, велосипеды мои. Это хуй квартирный сделал. Квартирная мразь. То есть сидит, сука, и шаг в двухкомнатной квартире максимум, блин. Черно-белые цвета пожилого свеклукаса. А олицетворяет его большой жизненный опыт и тяжелое событие, что ему пришлось пережить преимущественно за время прохождения двух мировых войн. Они передают зрителю то, как жизнь под конец выжимает из нас все соки, и мы черствеем.
Но если заглянуть вовнутрь корнеплода, мы можем увидеть все того же молодого пеночку, таким, каким он был когда-то, который еще помнит, сколько всего яркого, прекрасного есть в этом мире, который видит весь его цветовой спектр. Мы видим маленького из задорного ребятенку, неопороченного жестокостью бытия, который всего лишь хочет пиццу, и вот такой пена живет на самом деле в каждом из нас. Пизда. Вот эту хуйню написать и вот эту хуйню сделать. Это ж, прикинь, живой человек делает. Реально, человек сидит и делает. Это не робот делает, это человек сидит, настоящий человек. У него есть рот, нос, ножки, пися, сися. И он вот это сидит и делает. Последнее умное поколение остановилось на мне. То есть я последний из поколения, которое еще умное было. Все, что после меня родилось, тоже все. Это потерянное поколение, мертвые души. Понятно?